В судный день будут происходить изумительные вещи. Я хочу сказать, никогда не отчаивайтесь в милости Аллаха. Никогда. В конце сборника имама Муслима приводится хадис. Клянусь Аллахом, каждый раз, когда я читаю его, мое сердце содрогается. Хадис передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах прикажет вывести из огня четверых людей». И после чего Аллах скажет: «Верните их обратно в огонь». И тогда обернется один из них и скажет: «Господи, я думал, что, выведя меня из огня, ты не вернешь меня обратно». И тогда Аллах введет его в рай. Он скажет: «Я думал, что, выведя меня из огня, ты не вернешь меня обратно». Так пусть же твое мнение о Господе будет хорошим.